Ждать 3 года обещанного на этот раз не пришлось. Вот они, километры свежего асфальта и широкие полосы трассы М4 Дон. Одна по направлению к промышленному мегаполису Ростов и целых 2 в сторону морских курортов Краснодарского края. Открыть двухполосное движение на юг 15 июня от дорожников потребовал Вениамин Кондратьев. Руководитель региона не раз приезжал на место реконструкции и проверял состояние магистрали. Практически заново отстроить нужно было больше 50 километров. За невыполнение сроков исполняющий обязанности губернатора даже обещал привлечь всех виновных к уголовной ответственности. Ведь закрытый участок дороги, где шел ремонт, мог привести чуть ли не к срыву курортного сезона, уже в преддверии которого на трассе собирались многокилометровые пробки. 60 километров, в общем, я еду с Кореновска до Краснодара. Еду по 2,5 часа. Минут 20 стоим. Пробки здесь бешеные. К сожалению, сегодня узнать мнение автомобилистов о новой дороге у нас не получилось. Но ведь причины вполне оправданные. В сторону моря движутся обе полосы. Так что теперь водителям просто некогда. Они едут. И едут свободно теперь не только к морю. Обещанный план дорожники в какой-то степени даже перевыполнили. На некоторых участках 2 полосы открыты уже и в обратную сторону. 20 километров у нас еще функционирует с одной полосой движения в сторону Ростова. И порядка 30 километров уже на всю ширину, то есть 4 полосы движения, по 2 в каждом направлении. Мы уже практически завершаем выполнение верхнего слоя покрытия и приступим, я думаю, может быть, на следующей неделе уже даже к обустройству. Без сбоев работает и новая развязка в Динском районе, докладывает Кондратьеву руководитель регионального управления «Автодор». Глава края предпочитает увидеть, чем услышать, и объезжает несколько участков дороги. В целом дает положительную оценку, но вот недоделанные 50 метров все же будут сбивать скоростной режим, замечает недочеты Вениамин Кондратьев. Дорожники объясняют, никак не могут договориться с «Газпромом» по техническим моментам, у которого на этом участке проложен трубопровод. Внимательно выслушав причины, уже на совещании руководитель края на исправление недоработок дает еще 2 недели. Участок, который являлся максимально заторным, говоря попросту, то есть ликвидировали. Уложили срок, который был изначально определен мною. Важно свободное прохождение по трассе М4 Дон до Черноморского побережья. Здесь не надо долго рассуждать, мы достаточно много уже обсудили. Я думаю, каждый понимает и свою ответственность, и в целом ответственность перед автотуристами со всей России, что дорога должна быть свободна. До 1 июля окончательно завершаем все работы на дороге М4 Дон. Завершить чуть раньше срока дорожники обещают и благоустройство магистрали в этом районе. А вот полностью закончить реконструкцию всей трассы М4 Дон, которая проходит в Краснодарском крае, планируют к 31 августа. И кажется, теперь, после открытия новых полос к морю, верить этим заверениям на один повод больше. Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Динской район.